Пойдем. Да, я за руль сяду, на, поснимай. Сейчас, подожди. Ты вперед, назад, руль право-лево, право-лево. Сначала трос достать. Да не надо тебе трос, ты так выйдешь сам. Я покопал, сейчас выйдет. Представь, я тебе серьезно говорю, у него резина была горячая, когда он приехал по асфальту. И он когда встал, конечно, она прогрела. Конечно, лед образовал. Залетело 100 пудов. Сейчас лайк приедет, и все нормально. Это я когда-то, блин, да, ой, надо выехать. А сейчас уже настолько это все лениво. Да блин. Вы что знаете, блокировалось нет. Зато машина вместительная, он сколько туда можно загрузить. Метищи. А на НФ, когда приезжаешь, вот я же там неделю, грубо говоря, раскладывал. Это легендарный ой! Автомобиль, ты че? Таблетер. А, не был такой. Ой, Слав, Бухану. А сможешь без водителя его чуть-чуть выдернуть? Давай, а надо не сразу. Езжай. Давай, Слав. Только не надо мешать. Слав, давай, только не дерни. Давай, 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 поехали. Не можешь. Его там за рулем нет. Аккуратно не высовывайся, трос прилетит, а то. Знаешь, как испугался? А чё вы? Давай, кто кого перетянет? Дед, когда его это, кого-то так потащил. А, Чермен, тебя когда вытаскивали. Ага. Слышишь? Давай ты его теперь потяни. Не надо меня тянуть. Почему? Нахуй мне машину рвать. А он сам завязал давно. Ну это наш трос не был? Это тот самый, тот самый. Что это за машина такая? Тебе тут чё-то не надо. Я сейчас гаишника вызову, ты угнал моя машина. Есть видео. Ну я снимал. Ты поприкалывал ты, я поприкалывал. Это ты там будешь объяснять. Будешь потом объяснять, как как ты прикалываешься обычно. Ой, не могу. Ой, господи, помоги нам, боженька. Господи, помоги мне, я никогда не думал, что попаду в такую ситуацию.
Я вас снимаю, мы вас любим. Я вас лично сильно люблю. А мы вас тоже любим. Приезжай. Ну вот вообще атмосфера, потому что мы же раз в году вон выбрались, мы сколько уже не ездили. А к вам приехали, атмосфера хорошая, приятно, на самом деле. Да, дело не просто, ну. Круто! А что еще делать? Мы так, видишь, искренне всегда тоже тут что-нибудь стараемся, балуются как следует, чтобы не просто так. Чтобы что-нибудь новенькое каждый раз явить миру. Луцкий автомобильный завод, бывший. В свое время на Украине, да, он находился раньше? Да, украинская машина. Ну, СССРовская машина. Легкий транспортер переднего края, военная разработка. Он должен был быть плавающий. Но он плавающий тоже есть, образец. Да. У него должен быть руль посередине тогда. И он это, подвозить патроны всякие, там раненых увозить. У него же единая система сапунирования, у него редуктор, провал, коробка, все в одном этом. С сапунами в одном, ну как бы, чехле, как сказать, да, один общий корпус. Интересная игрушка. Надо дорабатывать блокировку вперед, надо поставить колеса, надо какие-нибудь квадровые поставить. Чуть-чуть опустить, как ни странно, обычно люди задирают машины. Это надо опустить, а то ходов нету. Да. Дорожный просвет. Не просвета, схема тут, видишь какая. Ну, это да. Вот труба, это там кардан внутри идет. Внутри кардан, да. И он закрытый вот полностью. Все закрытое, все сапунированное, да, общее. Ну вот, видишь, протекает где-то. А я вот его вот так отрезал и в середину мотор вставлял, как раз сюда, право и лево, поперек мотор переднеприводной компоновки. Коробку. Все, ваша. Че, сваливаешь? Да. Награждение, как же. Я не участвовал. Я говорю, у меня у ребят день рождения сейчас. Денис пропал куда-то. Давай, все, на связи. Всего хорошего. Я посчитал. Давайте, когда мы еще к вам соберемся, приедем, организуйте еще мероприятие. Да, сделаем все. Дай бог силы, дай бог здоровья, дай бог возможность. Отчет ведут, да, не спрятаться? Да, и в машине, наверное. Вон, да, в машине сидят.